вот это, типа тебя послушать, да, тут я, вот это, сейчас у тебя вот тут родничок называется, понимаешь? То есть я делаю, я уже сначала вот смотрим мы как, да? И вот здесь уже ищем, смотрим, вот она. Я видел, ставят прямо на макушку. Вот у тебя так, нет, на макушку. Нет, сидит, когда сидишь, вот прямо сюда ставят. Это другая точка. Не знаю, кто ставит, но в принципе в нашей архиджаме ставится именно сюда, сюда, сюда. Все. Там, который сидит на стуле, на макушку, я его не знаю. Так, четвертая точка вот сюда. Да? Так, наносим мед, да? Да, наносим мед. Потому что у нас без меда ничего не получится. Так, в принципе, нанесение, да, вот может быть таким, да, вот так. Можем немножко модифицировать, да. Так, ты баночки приготовил, где они у нас? А, вот они у нас, да. Так, да, здесь у нас не получится, фокус не удастся. Фокус не удастся. Она очень хорошо у нас... Давайте поставим паузу, вытащим другие. Ладно уж. Процесс пошел. Процесс пошел. Не больненько? Вроде нет, нормально. Ну, конечно, ты сильно разводил. Я никогда не делал. Долго, то, что... долго так не выдержу. Максимум там, не знаю. То есть много, да, слишком? Да, чуть-чуть поменьше. Так скажи, чуть-чуть поменьше. Так, ну все, все. Так, нормально? Угу. Когда гремет, угу. Все вот эти вещи, они непредсказуемы. На БЗО нельзя ставить. Угу, на БЗО. Так, нормально? Да. Да-да, все держится. Да, вот, достаточно сейчас минут пяток и больше не надо. Значит, мы потихонечку убираем.
Ну а есть противопоказания, кому нельзя делать и ни в каких случаях нельзя делать? На голове. Потом зачитаю. На голове, например. Нет. Если там уже показания есть к хиджаме, там уже не важно. Там уже не важно. Никаких. Ты думал сейчас отвертеться? Думал, сейчас противопоказания найдешь? И делать не будем. Все, сейчас ты уже не отвертишься. Ты уже не отвертишься. Так, насосик здесь у нас рядышком. Ты говоришь, что по линии роста волос получается. А зачем нам говорить? Камера ждет крупным планом, все снимает. Чем там, о чем тут болтать? Ну, чтобы как видеоурок был. Зачем нам видеоурок? Где девочки люди разровняли должны... там и режут. Да, 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 да. Промежуток их утверждается, да? Угу. По борозде. Да, по борозде. Ай-яй-яй, чё-то больно. Ой. Прям склябает так. Да, 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 я же предупреждал. Ой-ой-ой. Здесь в голове именно более брутальнее делается, чем... потому что... А сильнее нажимается, да? Да, поэтому тут не совсем... Ставится на 5 минут ненадолго, да? Да, сейчас для съемки только и все достаточно. Что тут будем? Полчаса не будем держать. Ну а на самом деле так же. Появилась темная кровь, слили. Да, 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 все так же. До алой крови и закончили процедуру. Все так же. Ну, поэтому долго тут не будем. Вообще. Сливайте, сливайте дырную кровушку. Да, 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 сейчас мы это. Еще немножко подождем, минуточек сольем, потом еще раз поставим и посмотрим как. Ножичком по горлу чип и в колодец. Это не мозги? Не знаю. Что, белого цвета, что ли? Сам не знаю. Серое вещество. Сам не знаю. Чё там? Чё там уже? Проверка, Олег, 2x2. Угу. Ну, слипос там, да? Да. Можно посмотреть, чёрное или? Да нет, уже всё, вы в этот... Бордовое. Да, уже слили всё. Что было возможно, слили. Так, самое главное, чтобы у нас тут сейчас уже медок. Раз, так. Да, в принципе, крошка такая черненькая, темненькая, да, не совсем. Какая? Черненькая? Не черненькая, но не светленькая. Такая густая довольно-таки. Как бы света белого нет, который мы ждем, да? Нет света белого. Поэтому возьму сейчас еще раз поставим. Возьмем еще раз поставим. Так, если у нас не будет пропускать. Не будет пропускать. Так. Отходим в сторонку. Да-да.
Еще раз. Тут самое главное, сейчас может медок закончиться тут. Ну ладно, сколько сейчас выкачает, столько выкачает. И хорош. Уже наверху алая. Все, вон она. Мы его не льем. Не льем, вон она у нас. Там ну, внутри плещется алая, там внутри, вон. Внутри вон она. И за уху пошли потекло. Да? Да. Ну все. Алая на самом деле это не кровь, это сукровица. Ну да, логично. Логично. Это такая полупрозрачная наша. Так, дай-ка. Душек сходишь. А стекает до уха, где душа, да? Здесь стекает? Да, здесь тоже вот до уха. Ну, сейчас мы это. Все надо. Перекись обрабатываем? Да, конечно. Там считается, что да, сам мед самый лучший антисептик, как бы уже как бы. Да? Но в любом случае мы, конечно, обрабатываем еще антисептиком, поэтому вдвойне хорошо. Так, единственное, что где у нас. Сам все учил всех, а тут на тебе это спирт перепутал, короче, боль склянки. Ты уж простишь нас. Да, а то что-то чувствуется температурочка, там поднималась весь костюм. Ну да, да, что-то, да, я чувствую, что-то не то она. А тут такая спирт. Подлядь. Повышается температура, колоссально повышается. Будь в банке, а не без банки. А? Внутри банки, когда стоит, а когда нет банки. Нет, вообще у человека повышается температура. В теле, вообще в теле. Нигде внутри банки, в теле. Так, ну что, все? Хорош? Все, лежать тут. Переворачивайся. Разлегся. Переворачивайся, все, спать. Ух ты, сколько крови тут. Все, собираемся. Вот, чтобы его не потекло. Как самочувствие? Да вроде нормально. Ой, не знаю еще, пока не понял даже. Так, а на живот эту банку.